Блядь, все те же люди. Короче, приготовьтесь. Ну все, садимся. Привет всем, доброе утро. Привет с острова Кос. Вот это наша терраса. На этот раз нам достался первый этаж. Первый раз вообще за всю историю поездок. С видом вот на такой вот дворик. Одним из серьезных минусов этого номера то, что здесь не ловит Wi-Fi. То есть на улице Wi-Fi ловит, такое качество ничего нормальное. А в номере не ловит, и на террасе тоже. Второй минус, как я уже сказал, это комары. Короче, приготовьтесь к комарам. Короче, без фумигатора, без средств от комаров здесь делать нечего. Эту ночь я вообще не спал, ни одного часа. Бассейн немаленький. Неплохо здесь. Мы вчера приехали поздно ночью, ничего, собственно, разглядеть не удалось. Вот я сейчас первый раз выхожу и вижу вот это все, что меня окружает. А вот, ребята, сам этот отель. Sunset. Напротив супермаркет. Работает до 10 вечера. Хороший выбор, продукты, что угодно. Пальмы повсюду. Ну, вот такое необычное место. Как вы видите, есть парковочные места. Это, кстати, клево. Пляж Тигаки. Прямо передо мной берег Турции. Ну что я могу сказать про этот пляж? Жара здесь не чувствуется совершенно. Обдувает ветерок. Прекрасное море. Чистое и теплое. Сегодня уже успели сходить на пляж. И пообедать в местной таверне. Значит, обед в местной таверне обошелся нам в 28 евро. Обед включал в себя два первых блюда, два томатных супа, греческий салат и огромное блюдо, которое нам хватило на троих, большим количеством гарнира, картошка, рис, овощи и, ну, и куриное мясо, типа таких куриных шашлычков. В общем, наелись до отвала. То есть на троих за 30 евро можно наесться до отвала. А, еще и два пива. И для ребенка фреш. Апельсиновый фреш. Место реально очень тихое и спокойное. И, скорее всего, идеально подойдет для отдыха с семей с маленькими детьми. Вот в этой таверне мы сегодня обедали. Кстати, к чести могу сказать, что приготовили очень вкусно. Вкусная еда. Рекомендую. Вот запоминайте, если вы будете на остров Кос, сюда можно вполне зайти пообедать. За 30 евро втроем до отвала наедитесь.